Всем привет, это Мураш, Роман, друзья, это случилось. Жуки спарились. Долго самец шел к этому. Ну вот одна семья, собственно, спарилась. Вот вы можете видеть, как это происходит. Она, прям, простите меня, не давалась ему. Ну вот, это произошло. Так что скоро-скоро. Ждите потомства. Тут еще вот второй самец и матка где-то закопана. Еще вторая семья должна тоже дать потомство. Поэтому процесс пошел. Ждите весной жуков, личинок. Ну, наверное, личинок по очень низким ценам. Наш лозунг. Жук-носорог в каждый дом. Красоту грех не покормить. Они молодцы. Дают нам потомство для вас, друзья.